предыдущей битве победил Марьяна Ро. Сегодня Диппер Пайнс против Кика Бутовски. Кик Бутовски здесь. Ты посмотри, чувак, на мой за скилл. За остальных всех будет месть. Меня ты, Диппер, сильно огорчил. Не сравнится никто со мной, это 100%. Гравити дно, стоп, вынесу тебя на пьедестал, со мной себя не ставь. Ведь годно ты не выйдет. Я самый крутой мульт среди всех вас. Да ты и так, наверное, что видишь. Что за чушь втираешь людям про треугольник желтый? Осталось ровно 8 строк, и окуну тебя я в лужу мордой. Где твоя сестрица Она Пайнс? Она опять с катушек съехала. Да вы одумайтесь, ребята, Кику Бутовски вовсе не помеха вы. Я на скейте, вы на дне, я-то в топе, вы в дерьме. Да ну завязывайте с этим, поднадоели вы уже. Ну что там за экраном, решил уже за кого голосовать ты? Голосовать за Диппера не как надо. Как мудрый человек ты поступил. Ведь сразу ж было ясно, Кик Бутовски number one. Гравити влезли напрасно, сегодня им придет хана. Такс, кто же тут пищал? Ой, извини, Кик, не заметил. Ростом ты уж слишком мал. Коротышка плюс еще на скейте. Думаешь, ты победишь? Это никому не удается. Ну-ка, забирай свои манатки. А нас позором уходить придется. Я бы не стал с тобою батлить, если бы не одно но. Гравити должны дальше править, а Кик загнулся уж давно. Скоро все в мире затихнет, ведь выйдет наш третий сезон. А в странном костюме парнишке будет проиграть совсем. Всем позор. У нас загадки, приключения, пасхалки и чудовища. У тебя тупые развлечения, как не запретили все еще. Ну что Бутовски задрожал, крутизна вся испарилась. Диппер в мире number one, а Кик Бутовски. Ой, посмотрите, какая поняшка. Да сколько ж мне это терпеть еще, блин. Кто выиграл, решать тебе. Эй, бро, спасибо тебе за просмотр, и мне будет очень приятно, если ты поставишь лайк на это видео и подпишешься на канал. Ну, если тебе не понравилось, ты можешь просто поставить дизлайк. Ну все, пока, до новых встреч!